Ветер и облако. Волна. Сегодня ты будешь драться с облаком. Ты должен проиграть. Начнем состязание. Кулак холода. Бесконечное тайчи. Удар бога ветра. Ты цел? Я сдаюсь. Спасибо. Волна, что же ты медлишь? Ты сдаешься? Крутящийся меч! Кулак, разгоняющий облака. Я не стану правителем Тонга. Не потому, что я плохо дерусь, а потому, что мастер настроен против меня. Теперь мы знаем, кто победил. Перед вами правители Тонгов. Холод — правитель Тонга небесного холода. Облако — правитель Тонга летящего облака. Ветер — правитель Тонга святого ветра. Спасибо, мастер! По воле бога мастер Шонг правит миром! По воле бога мастер Шонг правит миром! Волна, так значит, все это была одна болтовня, ты не боец. Не смейся над ним, облако сильнее, чем он. Зачем хвастать, если ты не можешь доказать свои слова делом? Прекрати. Видишь, правда глаза режет? Волна, мастер ветер. Волна, ты расстроен тем, что проиграл? Ты весьма искусный боец. В какой-то момент я даже думал, что ты победишь. Что случилось? Я думал, что победить должен сильнейший. Но я забыл, что это братство Шонга. Волна, что ты имеешь в виду? Ничего. Не надо меня утешать. Иди праздновать свою победу. А у меня много работы. Это первая фигурка, которую мне подарил облако. А это он подарил, когда стал учеником мастера Шонга. Мастер облака. Какой красивый орел. Это одинокий орел. Мастер облака, вы не одиноки. Мастер ветер, мастер холод и я, мы ваши друзья. Thank you.
Отвлеки его, остальные за мной. Откуда он знает стиль семьи Хо? Мастер, отведите его в камеру. Да. Многие хотят уничтожить братство Шонга. Облако, узнай у него, кто он и откуда. Кто прислал его сюда. Да. Правитель, дай ключи. Папа, спаси меня! Сын! Ты получил по заслугам? Почему ты не убил меня? Потому что я узнал твой стиль. Как тебя зовут? Облако Бу. Ты Облако Бу? Приемный сын моего брата Хо Бутяна. Мы с твоим приемным отцом были близнецами. Я был начальником дворцовой стражи. Из-за своей должности я редко виделся с родными. Мой брат писал мне о тебе. Он пригласил меня приехать на свое 50-летие, чтобы официально представить нас друг другу и объявить, что ты станешь наследником семьи Хо. Жаль. Я приехал слишком поздно. Облако, почему ты вошел в братство Шонга? Папа, зачем ты спрашиваешь? Виновата алчность? Чи, не говори ерунды. Я доверяю суждениям моего брата. Я собрал людей, чтобы напасть на братство Шонга. Я хотел отомстить за брата. Но мы потерпели поражение. Я стар, моя жизнь немного значит. Облако, во имя памяти о моем брате, ты должен спасти моего сына и уйти из братства Шонга. Пойдем. В чем дело? Облако, ты цел? Да. Как вы посмели побеспокоить мастера из-за такой ерунды? Вы кучка жалких неумех. А вы? А вы, если вы явитесь сюда, не надейтесь уйти живыми. Кто вас прислал? Чи, дети семьи Хо не боятся умирать. Мальчик, нельзя выносить эти оскорбления. Лучше смерть. Он мужественный.